Прежде чем ответить, я хотел бы отвлечь ваше внимание на две фразы. Я просил, вот сейчас маленькую оперативную информацию привезли, чтобы они две фразы эти поставили, а потом я вам расскажу, как это делается. Если у нас люди готовы это сделать технически, если готовы, пожалуйста, сделайте это. Такая тема. Да БТшники, уроды, клепают, блин, ерунду. Ну, уже скоро перестанут клепать. Завтра приедем на МТЗ, ой, сам на ЗКТ, посмотрим, что будет. Надо его поливать сразу, выходить и заряжать, пошел вон и все. Ну, да. Чтоб люди только, главное, чтоб народ поддержал, не морозился, не боялся. Всех не уволил. Да, они вообще по барабану. Люди там тоже, что, блядь, некоторые боятся, но надо херня. Сюда. Боятся. Ну ладно, хорошо, ну, балдеем. Добро, как? Давай, Андрей, понятно. Спокойной ночи, до завтра, давай потом. Я, как и вы, не совсем разобрался, в чем там проблема. Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Отвечаю по-мужски на этот вопрос. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Третий вопрос. Я понимаю, что многие якобы напряжены той ситуацией, которая сложилась на улицах, что там было насилие и так далее и тому подобное. Непопулярный вопрос, но он звучит. Отвечаю вам и на этот вопрос. Первое. По крупняку. Нужен был повод для того, чтобы вы кричали «уходи». Хороший повод. Хотя не без того, вы знаете, что я поручил разобраться с каждым фактом, не без того, как говорил министр, что кто-то попал под эту раздачу. Но что удивительно, из тех 2,5 или 3 тысяч все прогуливались. Нет, там не было никого, кто ходил против ОМОНовцев и милиции. Ни одного не было. Все просто прогуливались. Теперь про то, что кто-то кого-то избил. Совершенно верно. Но большинство, после того, как разобрались, их было на Окрестино 2,5 или 2 тысячи, чтобы вы знали. И на Окрестино, непопулярно, но скажу, получили те, кто там же на Окрестино бросался на ментов. Что касается этого завода, что не хватает? Что не хватает? Вы субъекты экономической деятельности, экономики. Вас клонит или вас часть в политическую плоскость перешли. Но запомните, там в политике, куда вы рынулись, не понимая, другие законы. Другие законы, чтобы потом не было больно. Ни мне, ни вам, ни народу, когда мы потеряем государство. Второе, в этой части. Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, никто никого не будет гнобить, никто не будет никого давить. Пожалуйста, с завтрашнего дня или сегодняшнего ворота открыты. Извините за мою непопулярную эту фразу. Но время такое, когда надо говорить честно. Спасибо, я сказал все, можете кричать, уходи.